плюсы коронавируса. Говорят, спрячься в машине. Мы тебя сами загрузим. Все там сделаем, короче. Ручной им босиком катает там палеты. Все сами делают. Башмак под колесо сами положим, все сами сидим, сидим в машине. Нормально. Плюсец. Ну, какие-то плюсы есть. Ну и народу меньше. В Европе стало в половину, тоже плюс. Все, пацаны загрузили. Как вам, пацаны, диски титановые? На какой Кадиллак, кто знает? 6 спиц. Я не знаю, на сколько цел. На 42? Ну, диаметр метр. Если не больше. Вот такая загрузочка. Чугуновые дискачи. Кадиллак, Эскалад. Эскалейт. О, маркировочка есть и такая, норова. Чё это такое? Чё за колеса? Чё за колеса? Кто в курсе? Пишите в комментах. Идем на рекорд. Мост 3,6. Я уже проезжал, но все равно стрёмно. Тютя в тютю, тютя в тютю. Стрёмный мостик с отбитыми углами. Мой любимый Арселор в Бельгии. Заезжаем. Арселор Митал Ламердрис 4. Нету КПП, ни охраны, ни бюро, никаких бюрократических движений. Заезжаешь в бокс, тебя выгружает крановщик, ставит тебе печать в ЦМР-ку, и ты поехал. Все. Никаких лишних движений бюрократических. Вон, хала один, заезжаешь и все. И все. Молодцы, ребята. Молодцы, ребятушки. Автошкола. И на чем мы учимся? ЗИЛ-130 85 года. Полетели. Привет, братва! Как вам репетиция по превращению людей в рабов и тотальному контролю над людьми? Это моя версия. Вчера жена шла через парк с работы с закупами. Села в парке отдохнуть. Подъехал патруль. Ты чё, типа, тут в парке гуляешь? Паспорт есть, давай. 5000 штрафа, сейчас навалим. На какие документы? Ничего нет, видите, бродите, короче. В общем, её выгнали с парка. У людей забрали парки, забрали кафе, забрали кино, забрали все и сказали сидеть дома. Ты пересек границу, ты должен сидеть 14 дней дома. Даже если ты не пересек границу, ты должен сидеть дома, везде. Сидите дома, сидите дома. Это жесть. Просто, ну, мы во Вроцлаве, это такой город был, ну, позитивный, веселый, динамичный, энергичный. Там куча туристов и днем, и ночью. Разношерстная молодежь. Просто город гудел, город жил, город был, радовал. Сейчас это пустой город, я не знаю. Просто никакой радости, все, все пусто, все в масках. Я думаю, это во многих городах, не только во Вроцлаве.
нельзя, нельзя, нельзя. Ты должен, ты должен, ты должен. Ну это что? Это не что иное, как репетиция к порабощению людей. Туда нельзя, то нельзя, то нельзя, нельзя, нельзя. Вот ты должен, вот ты должен. Я так понимаю. Все идет к рабству. Тотальному, электронному, цифровому. На завод приезжаешь грузиться. Тебе одевай маску, перчатки. Давай лоб мерить температуру. Когда ты им предлагаешь пойти погулять в сексуальную пешую прогулку, они говорят, садись в машину и выезжай с завода. И ты понимаешь, что если ты не загрузишься, ты не заработаешь денег. Если ты не заработаешь денег, ты не оплатишь квартиру, не купишь семье еды. И ты покоряешься, лоб подставляешь. Сегодня под температуру померить, а завтра под чип. Не сможешь ни покупать, ни продавать, пока тебе не вошьют чип в голову или в руку. А когда чип вошьют, то все, ты уже стадо голимое. И так контроль тут отовсюду, везде камеры, но это так напрягает. В машину устроен GPS. Везде камеры, камеры на столбах, на трассе, на фирмах. Везде камеры, ты везде под камерами. GPS. Ну сейчас машина без GPS, потому что новое еще не монтировали. То ты знаешь, уже даже легче. Уже ты понимаешь, тебя не контролируют эти паузы, работы. Ты уже более-менее свободно себя ощущаешь. А так, конечно, и так уже контроль какой бешеный. А они добавляют еще репетиция, репетиция. Репетиция проходит успешно. С 6 числа всем намордники. Всем. Кто поверил, тому по подарку. И тут даже не то, что кто поверил. Кто не поверил, тоже по подарку, по наморднику. Тут такое не прокатит, что не по барабану. Такая система получилась с этим вирусом, что тебе ну, не прокатит, проигнорить. Какая тебе разница? Мне по барабану. Ну, заболею, умру, мне пофиг. А тут уже ж не катит такая тема. Ты можешь и разносчиком быть вируса этого. Надуманного, раздутого до масштабов планеты. Поэтому... такой вот пресс, ребята, нас ожидает. И интересно, дадут ли нам отдохнуть от этого всего. И потом следующий этап. Или будут долбить уже до победы. Кто его знает. Но это 100% репетиция по порабощению. Ты смотри, как люди. Вчера все гуляли на улицах. Счастливые, с детьми. Кафе, рестораны, центральные площадя, аквапарки, сауны. А сегодня всех заперли дома. Сидеть всем дома. Держите вам по маске и сидите дома. Я не верю, что так обвалилось это на землю вирус с таким масштабом, что всю планету закрыть дома. Дальнобой ездит. И то чувствуешь себя каким-то зараженным, потому что куда не приедешь, стой там, не подходи, стой там, не подходи, стой, стой. Одень маску, одень перчатки, антисептик, стой там. Там пишут водителя, герои. Я не знаю, я чувствую себя каким-то прокаженным. Никуда не подойди, ни до кого не везде. Расстояние. Фирмы, везде таблицы, коронавирус, 1.5 метра расстояния. Стой там, не подходи, сиди в машине. Не, нашли кофе налили, говорят. Водителям кофе бесплатно, налили кофе. Ну, хоть я говорю, одна приятность какая-то. Где-то какое-то почтение проявилось. А так только как покажу. Ну, держитесь, ребятки, что делать.